Я хотел бы, чтобы вы не слушали никаких советов, ни моих, ни других. То есть, вот если вы хотите добиться успеха, это только ваш путь. И только прислушиваться к себе. Пусть лучше не получится у вас, но это будет ваше, а не... Не пробуйте этот синдром отличника, который считает, что если он прочитает сейчас все книги, он станет умным. Все ерунда. Не надо никого слушать. Вы должны получить образование. Вы должны в какой-то момент закончить учиться и прекратить это делать до конца жизни. И дальнейшая учеба должна быть ваша жизнь. И вы должны себя слушать, и только так можете чего-то добиться.